Этот стол – последнее слово техники. С его помощью студенты Рязанского государственного медицинского университета имени академика Павлова будут изучать строение человека. В памяти интерактивного устройства более 1000 анатомических структур. Это внутренние органы, скелет, мышцы. Все они выполнены в натуральную величину. А богатая библиотека анимации позволяет буквально увидеть, как по артериям течет кровь. Мы будем готовить небольшие, может быть, краткие циклы, связывать и с рентгенологией, и с иными вариантами диагностики, чтобы врач, уже даже сложившийся специалист с дипломом, мог посмотреть, как эта анатомия соотносится с тем, что он получает именно уже в формате клиники. Такая вот клиническая анатомия, то, что действительно и нужно каждому врачу знать. В программу заложено 4 варианта тела – 2 женских и 2 мужских. Они сделаны на основе реальных, которые люди завещали для исследований. Специалисты отсканировали их и ввели в базу, поэтому такая 3D-модель выглядит даже более реально, чем трупный материал. К тому же у него нет срока годности, а ткани не теряют насыщенность цветов. Это не может ни в коем случае быть заменой материалу, препарированию и так далее. Ни в коем случае этим не является. Это действительно дополнение, но дополнение то, которое современное, которое сейчас нужно. С помощью интерактивного стола студенты младших курсов будут изучать нормальную анатомию. То, как выглядит организм, если в нем нет отклонений. Простым движением руки можно сделать разрез в любом месте, а также послойно убрать ненужные ткани. Таким образом, будущим хирургам, травматологам, терапевтам будет легче воспринимать организм как единое целое, видеть, как органы расположены относительно друг друга. Несмотря на то, что устройство появилось лишь 2 дня назад, оно уже стало частью учебного процесса, а принимать его помощью зачеты и экзамены станет удобнее как преподавателям, так и самим студентам. Можем выделить, например, студенту показать какую-то мышцу, спросить, что это есть, и студент увидит, где место крепления, где место, да, где начало мышцы берет, где окончание, и как она вообще проходит. Потому что если посмотреть пластиковые планшеты, да, то не всегда это отображает за счет различных слоев у нас мышечных. На интерактивном анатомическом столе каждый орган подписан, а чтобы добраться до тех, которые закрыты другими частями тела, можно либо миллиметр за миллиметром срезать лишнее, либо одним касанием убрать орган. Сейчас устройство работает на английском языке, что удобно для иностранных студентов, а уже через пару недель появится и русская версия. Мне очень тяжело учить что-либо по таблицам, по различным записям. Мне нужно это видеть конкретно. И в связи с этим мне приходилось тратить очень много бумаги на различные рисунки, которые не всегда были верными, не всегда были корректными. Но с появлением подобного это на самом деле прям манна небесная, учитывая то, что мне некоторые вещи еще нужно сдать. Технологическая новинка поможет как начинающим врачам, так и действующим. Ведь чтобы четко выполнять свою работу, медики должны в совершенстве знать строение человеческого тела.